кованые ворота, интересно тоже. Петр. Можешь прочитать? Предавыч. Петр Предавыч. Песня. Поэт. Когда рождественское время, конечно, Загреб другой, да? Чувствуется какая-то немножко неухоженность, да? Хотя то, что мы видим, город большой.
общем, одним словом, какие-то необычные красивые здания сочетаются с такими совковскими, я бы сказал, зданиями. Зданиями советского времени. Ну, это главная площадь Загреба. Заметь, на многих памятниках какие-то красные шарфы. Может это сегодня в Словении День независимости, 25 октября. Как уж в Хорватии, не знаю. Может, у них дни одинаковы. Бан Елачич. Вот на этой площади, вся площадь будет занята рождественской ярмаркой. Буквально через какой-то месяц и с маленьким хвостиком. Говорят, что Загреб один из самых красивых, красиво украшенных городов на Рождество именно, на рождественские праздники, на Адвент. Очень много зданий в лесах.
Кстати, вот макет старого города можно посмотреть. Шарфики хорватские, шапочки, магнитики. Ну, сейчас подходим к одной из главных достопримечательностей Загреба. Это кафедральный собор, шпиль которого тоже один шпиль в лесах. Ну, сейчас посмотрим на него. Красивый.
сам собор сегодня что-то закрыт. Какой-то гитарист. О, тут это интересное кафе. Ярусы. Леонардо. Ресторан. Интересно. Thank you.
Да, на Рождество здесь улица совсем другая. Абсолютно другая. Вот эти все домики, это все открыто. Очень красиво все. Вот Рождество, когда я ходил, мне эта улица очень понравилась. А сейчас она какое-то такое жалковатое зрелище представляет. Такие симпатичные домики, конечно. Ну, это вот город, куда надо подниматься. Тоже одна из самых красивых улиц Загреба.